Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня я направляюсь в полициальную школу, которую я закончила буквально недели 2-3 назад, и хочу забрать свое свидетельство об окончании школы. Я обязательно оставлю ссылочку в описании. Для вас я сняла видео, в котором подробно рассказываю, что дает окончание полициальной школы. Поэтому, если кто-то не смотрел, проходите по ссылочке или же вверху над вот этой картинкой обязательно будет тоже ссылка на это видео. Сейчас мы с вами едем по району Вроцлава ФАТ. Я решила не просто проехаться на автобусе, а еще показать вам, как выглядит этот район. Этот район я еще не снимала, это спальный район Вроцлава. Видите, здесь обычные блочные дома, не просто серые, а вот такие красочные. Панельные дома переплетаются со старыми домами, с черепичной красивой крышей. Видите, кто-то установил солнечные батареи у себя на балконе и экономит электроэнергию. Дом, видите, обвит плющом. Очень мне нравится, когда плющ тянется по стене дома. Я получила свидетельство об окончании школы. Вот так вот оно красиво выглядит. И сейчас направляюсь домой, покажу вам немножечко города. А вечером вас ожидает праздник Ивана Купала. Всем приятного просмотра. Мы сейчас с вами находимся в районе Вроцлава. Район называется Холера. Вот такой красивый костел. Весь Вроцлав перерыт, я вам об этом уже говорила. И вот такие фрагменты трамвайных линий, их ремонтируют. При этом одна часть трамвайной линии, она действующая, а другая часть, она в ремонте. Сегодня очень жарко, конечно, можно только посочувствовать строителям, но стройка кипит. Сейчас с вами пройдемся к Скайтауэру. Это самое высокое здание во Вроцлаве, я вам покажу его. Плиточка провалилась, но ее огородили, чтобы никто не споткнулся. И мы с вами продолжаем свое движение по району Холера в сторону Скайтауэра. Я вам хочу показать, как выглядит не центральная часть Вроцлава, какие дома, как выглядят люди, какая погода у нас сегодня. На нашем пути будет очень часто встречаться вот этот магазин «Жабка». Он работает, если кто приезжает во Вроцлав, дольше всех остальных магазинов, до 11 вечера. Небо, видите, какое красивое. Немножечко облаков, но вообще небо чистое.
старые дома с черепицей. С черепицей на крыше. Достаточно много можно встретить различных локалов, то есть помещений, которые сдаются. И вот как раз мы проходим мимо одного из таких. Если кому-то надо, пожалуйста, записывайте номер, звоните, созванивайтесь. И вот следующее помещение тоже сдается. Хороший дом, в котором находятся эти помещения. И рядышком находится страховая компания. Я вам сейчас специально покажу, как выглядит этот дом, в котором находятся эти помещения. И если кто-то ищет сейчас для себя офис или же помещение под услуги, пожалуйста, звоните. Если пройтись по Вроцлаву, то таких помещений сдается очень много. Улица, по которой мы сейчас с вами будем идти, называется Повстанцев Шлёнских. С правой стороны парковая зона, с левой стороны дома, офисные центры. Вроцлав очень зеленый город. Вот тут вдалеке мужчина как раз подстригает кустики. Вдалеке виден уже Sky Tower. Вот следующее помещение, которое сдается в аренду в таком красивом доме. Полукруглые балкончики с цветами. Очень красиво. И рядышком в таком точном помещении уже расположен парикмахер и бьюти какие-то услуги. Мы с вами направляемся дальше. И вот перед нами такое, видите, симпатичное здание зеркальное. Дальше мы увидим его макет, как оно смотрится сверху и со стороны именно в маленьком миниатюрном виде. Следующая жабка нам на пути встречается. Жабка, мне кажется, это самый распространенный маленький магазинчик во Вроцлаве, и не только во Вроцлаве, во всей Польше. И вот еще одно помещение под аренду. А вот это миниатюрка. Интересное такое архитектурное решение. Thank you.
продолжаем двигаться к зданию Sky Tower. Уютные аллейки с лавочками. Ну и вот Sky Tower. Впереди билетомат, и мы с вами приобретем билет на трамвай или автобус, неважно, они идут одинаковые и на трамвай, и на автобус. Я вам еще раз покажу, как это делается. Мы нажимаем, выбираем билет, который нам нужен, количество, выбираем картой или наличкой, я выбрала наличку, бросаем монетку и высвечивает один из одного билета. Если бы вы выбрали два, то у вас бы выскочило два билета, ну и так далее. Сдача рядышком. Сейчас мы с вами находимся непосредственно у центрального входа в Sky Tower, и напротив находится памятник Сальвадора Дали «Утекающее время». А это, собственно, само здание Sky Tower, самого высокого здания на сегодняшний день во Вроцлаве. Мы с вами едем по новой трассе трамвайной. Я вам показывала ремонт дороги, вот той, по которой мы сейчас едем. В прошлом году еще здесь все было разрыто. И у меня есть видео, ссылочку на которое я оставлю обязательно. А теперь мы с вами едем по этой новой трассе трамвайной. Новые остановочки, все чистенькое, классно. Вот так выглядит трамвайчик, и сейчас мы с вами выйдем. Чтобы выйти из трамвая, обязательно нужно нажать на кнопочку, иначе двери не откроются. Малыш тоже нажал. Ну а на сегодня все. Всех люблю, целую. Пока-пока, и встретимся в следующем видео.